ты что, ерунду какую-то мне сейчас предлагаешь, блядь? Подмой себя под мой. Я пишу совершенно другое. Сейчас у меня была песня. Ты будешь стариком через 30 лет. Когда будут девушки с тобой молодые. Ты скажешь, я с санбоем пил такое. Давай покурим. Я с санбоем пил такое дурацкое. Я про санбоя ничего плохого не скажу сейчас. Про санбой, пророка. Но должен меня санбой уважать, потому что мы с тобой здесь две легенды. Но все, меня, ты понял? Я каждый в своем. Не хочу, чтобы меня унижали, потому что я пил меня там. Меня в отличие от тебя. Что ты мне скажешь? Ты был 28 своя стран. Религия, посетил. Своя религия. Я посетил 28 стран. Из них в 14 я пел соляку, блядь. У меня своих поклонников по миру пиздец просто. Это, зачем это? Это отлично. И когда я заболел, меня жена моя предала. Я подыхавший, сука, сказал ей, я когда восстану... Санбой, это голубая кровь. Поймешь. Голубая кровь. А, ты этих, пускал свою кровь, этих чтобы узнать, этих драконов. Которые жили долго. Ну понятно. Жили долго. Драконы. Я-то кто? Жили вот долго, драконы. Санбо голубая кровь, которые. Это драконы, которые жили очень много лет. Они приехали в Ирак. Санбой у него. Посмотри меня, какой череп. Ты ничего не знать обо мне. Я писать песни о людях, чтобы спасти людей. Ты ничего не знаешь. Я отцу не могу сейчас позвонить, потому что, блядь, я не знаю, что ему сказать. Сейчас приду, блядь. Да и все, блядь. Давай покурим, блядь. По 50 ебнем. Ну, что он сделает? Никогда, санбоя, не путай с идиотами. Я всегда заступался. Ну, единственное, что я услышал... Я единственное одно заступался за бедных людей. За этих вот рокеров, которые спивались, наркоманили возле этого осла, они называют осел, олень. А вот почему? Олень называют. Когда Яшка захватил рок-клуб. Это, поэтому я не приехал. Мне не нужно было туда ехать, дай закурить. Я в солнышко споехал. Я в солнце в Смоленское спел. А навряд ли я оттуда уехал, когда б я ему высказал все свои мысли свои, да, за столом. И мог я ему сказать. При всякий случай. Хотя, блядь, ты куришь сейчас в сторону, без разницы. Я переживал за сюда. Извини, чтоб тебе фронтов. Я не живу своей жизнью. Это матрица моей жизни. И я переживаю за людей, которые что-то сочиняли. Смоленский рок-клуб. Он захватил, блядь, два этажа и их выгнал. Они там ссали, срали, блядь, пили. У них, как у детей было. Ты Джолин Тернера знаешь? Из Рейнбоу, ну, последний там участвовал. Джолин Тернер. Я к нему на концерт приехал. А я ему свою песню дал, он сказал, что это восхитительная песня, я ее исполню. Где эта сука с моей песней, блядь? Забрал диск, побухал со мной, сказал, что это лучшее демо, что я слышал. Говорю, только записали, чтобы для тебя. Говорю, да ладно. Джулин Тернер. И тут у меня есть запись эта, Джулин Тернер, I'm in love with you, блядь, называется. Блядь, я не хочу эти английские рубы хватать сейчас. Лорда не хочу хватать. А лорда ты уже не хватит, потому что его уже давно нет. Вот да нет. Лорд там все делал. Он должен приехать в Москву. Лорд. Когда я хотел пойти на его концерт, блядь, он умер нахуй. За неделю до гастролей нахуй. Это страшно быть знаменитым. А Джулин Тернер, блядь. Это будет страшно быть знаменитым. Знаешь, что мне сказал, мы сидим? Поэтому я. Вот газ вишенкой. Вот что он мне сказал. Поэтому я ему диск продаю. Он говорит, о, я говорю, let's try. Он послушал, о, it's good song. О, мы сделаем, короче, мы это сыграем. Я сделал в стиле ихнего программы всю эту хуйню.
это было домашнее, говорю, это пианист сделал, который, блядь, вокалист оперный, он сделал для вас. Он говорит, это охуительно, это заебись, блядь. Для меня она у меня самое есть, главное, вот здесь, одно. Вот здесь она одно есть. Одно для меня, как для шамана. Эти мусульмане говорят, позорно волосы иметь длинные. Волосы. А у меня были длинные, как у тебя, блядь, пока я в отца Александру не пошел. Волосы, волосы длинные нужны для интуиции. И вот эти люди, которые сейчас говорят, волосы длинные, они говорят позорно, мусульмане, чтобы были длинные волосы у человека. Но у мусульман, волосы, у волосы должны волосы. Быть именно длинные у мужиков, а не у баб. Они хватывают интуицию, что делать. Короче, здесь дело не в волосах. Дело в том, дело что именно в волосах. Нет. Нет. Я прожил уж почти немалую жизнь. Почти то, что лорд, повидал. Лорд, про который все сказал. Да, с косичкой был седой, я знаю. Лорд. Он все сделал. Ты мне не рассказывай, но я, блядь, погиб. Все против знаю. Погиб из-за дурости своей. Я общался даже с Брайаном Мэем вживую, блядь, у меня... Мне все эти есть. Люди не нужны. Мне нужно то, что нужно мне. Я считаю... Ну, мне нужно было то, что одно. Мне что нужно с Англии пригнать автобус. Я пригнал автобус. От Вацлава Хайла. Это был политический человек. Это был демократ. Нужно строить мир в этом мире другим, он говорит. Но почему он мне этот автобус... Сука, дал автобус, который ты в детстве его знал, мой синий, белый. Он почему мне не Мерседес дал? А он именно этот автобус где-то в 69-м году, это началась хуета. И девушек в коротких юбках в Праге загружали в эти автобусы кагибисты или кто там их называет, и убивали. И он мне такой автобус подарил. Зачем он это сделал? Я до сих пор не могу понять, как музыкант. Вот я не могу понять, зачем он мне так отомстил. Я же ему хорошее сделал, все. Я музыку спел, ему там... А я его до сих пор терпеть не могу, поэтому извини. Нет, я его терплю, это был, это был драматург. Ну хорошо. Это был так, драматург. Драматург, мы сейчас по 50 и разбегаемся, потому что иначе сейчас... Нас драматурги будут искать. Что? Театрами, что? Что? Что ты мне говоришь? Мы по 50 и пойдем. Что ты мне говоришь? Иначе, говорю, нас, блядь, сейчас будут искать, нахуй. Я даже знаю, кто. Пусть ищут, кто хочет. Тихо, я должен отлить. Я музыкант. Это вкус мой. А я что, по-твоему, кто? Я 20 лет музыкой просто. Мне очень занимаюсь. Обидно, что в этом мире так живут даже люди. Я же дирижером работал, ёптать. Мне очень обидно, что так нахально живут в этом мире люди. Нахально. Ну я ж не нахально живу. На Рублевке, наверное, нахально живут. Ну я на Рублевке не жил, поэтому вопрос не ко мне. Но это уже не демократия. Я на Рублевке не жил, чё ты ко мне пристаёшь? Рублевки, правильно! Единственное, у них есть только одно. Обворовать, убить, обворовать. И насмеяться. Самое главное в России насмеяться. Петр Первый это узнал. А в этой стране, говорит, любит насмеяться. Когда... У любого другого человека горе. Горе делает, и они насмеются. Это страшный вопрос, когда насмеются. Все. Да нет.